Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, давай начнем с заданий. Сразиться в боях, значит, у нас остается. И поднять уровень персонажа. Окей. Так, идем в список, находим нашего Макмана. Во-первых, мы ему прокачаем 81 уровень. И давай-ка начнем здесь. Нам нужно найти 4 3D очков. Посмотрим. Так, здесь неудачно. Опять неудачно. Очень тяжело, конечно, это найти. Но деваться нам некуда. Поэтому пытаемся отыскать. Здесь не вышло, давай попробуем здесь. Опять же, нам выпадают только лишь учебники. О, это первые только выпали. Только лишь первые. Ну что ж, давай попробуем дальше. Вторые, окей. Надо еще двое очков, и все будет у нас тип-топ. Но, как мы знаем... О, выпали. Давай тогда последний, раз уж так пошло дело. Нет, они меня все пичкают своими учебниками. Опять учебники. Вот. Ну что, ребят, с очками закончили. Давайте теперь посмотрим. 10 ящиков с инструментами. Ну, здесь, я думаю, будет немножко попроще. Так как они нам находятся, ну, в принципе, легко. Так, это уже третий ящик мы нашли. Четвертый. Пятый. И все, и пицца на этом закончилась. Короче, 5 ящиков мы нашли. Отлично. Так, ну что, давай завершим здесь задание. Раз, два, три, четыре. Окей. Дальше, что дальше? Дальше мы смотрим, где мы в турнирке. Так, Лига Мастеров, ребята, одна звезда. Но, в принципе, мы быстренько с вами поднимемся. И сегодня я, наверное... Подожди секундочку. По испытаниям нам это не нужно, Армагон. Негодники. А в негодниках у нас что? Да. Тяжело будет здесь проходить. Ну давай я попробую разочек. Ума не приложу, как это сейчас будет все выглядеть. Ну, хотя бы первое событие пройти, это будет классно. Так, три волны. Да, тут, конечно, жестко. Тут у нас и нейтрализатор, и паукус против нас. Так, змейковьюн не сдается. Правильно, начинает, как всегда, бомбить. Так, минус паукус. Печаль. Что я могу сказать? Сплинтеры уничтожили нам. И это плохо, это уже значит, что, ребят, нам, ну, уже не пофармить, так скажем. Так, ладно, берем провокацию. Ракеты к бою. Минус хан. Давай, наверное, вот так сделаем. Так, минус Ваня. Эх ты, Тимати, ну что ж ты так. Так, крысиный король. Слушай, ну Тимати неплохо стоит для 70. Ну, правда, мы и воюем против 70-х уровней. На тебе это потом. Так, что у нас тут? А если я вот так сделаю? Тыч. Слушай, наверное, нам надо сделать месть. Месть — это та же самая, ребята, контратака. Только чем она отличается? Слушай, подожди, он уже не взял месть. Ты посмотри. Почему-то месть не повесилась на нашего Усаги. Там должен быть определенный значок. Странно. А почему? Месть — это та же самая, ребят, контратака. То есть заключается она в том, что если, например, враг будет бить нашего какого-нибудь компаньона, да, с бригады, то Усаги будет атаковать в ответку. Но здесь, как мы видим, почему-то, удивительно, не повесилась месть. Это в первый раз, кстати, такое я вижу. Так, ну что, друзья мои, я не знаю даже. Мы получили с вами вот эту награду, но я хотел кое-что другое. Так, здесь уже, конечно, будет посложнее. Здесь, друзья мои, 80-ники. Сплинтеры может убрать из нашей колоды. Давай попробуем без него.
Все равно он у нас практически ничего не успел сделать. Его сразу забомбили. Так, ну здесь хан, наверное, враг номер один пока. Жалко, как всегда, что у нас с тобой не повесилась контратака. Или двойной удар. Двойной удар, конечно же. И самое бесемое, что у нас здесь нет какого-то, я не знаю, хила, что ли. Давай возьмем провокацию. По идее, друзья мои, каждый провокатор, он должен, по большому счету, накладывать на себя дополнительную защиту. Ты посмотри, что Ваня делает, эй. Ваня очень мощно сейчас звезданул. У меня практически тут здоровье-то ни у кого не осталось. Самое обидное, что здесь нет хила. Ну-ка. Это что сейчас было такое, а? Это что такое было сейчас? Вообще урона не нанесли, зашибись. Да, вы, конечно, красавчики, я ничего не говорю. Раз. Так, этот минус. Ваню теперь подожгем, наверное. Так, замедляк-то работает. Плевок. Да что ж ты будешь делать-то? Ну, ты серьезно? Есть. Так, переходим на вторую волну. Ну, я не знаю, ребят, как будем тут на второй волне. У нас здоровья практически не осталось. Хила нету. Че хочешь, то и делай. Так, постепенно на всех. Давай ракеты теперь тогда сделаем. Вот так, наверное, бомбанем. Хоп. И пиццелицево вот так раздавим. Переходим на следующий. Так, это у нас последний, да, получается, этап. Последний этап, а драться, как ты видишь, некем. Армагона, заблокируй Армагона. Нет, нет, ребята, он не заблокировал. То есть сейчас любой валун или любая атака. Вот, все, сейчас будет крошево. Ну, если эти выжили, то, естественно, Змейковьюн. А у него еще и защита была у Армагона. Тей! Запинали просто на изи, ребята. Понимаешь, просто на изи взяли и запинали. И то, что у нас висит месть, ребята, это... это ровным счетом ничего не решает здесь. Ты посмотри, что они вытворяют. Ты просто посмотри, что они здесь вытворяют, ребят. Так, мутагеноид в минус. Это хорошо, у нас еще двойная атака работает, ребят. Ай-яй-яй-яй, защиты нету, ничего нет. Давай хотя бы так вот на дорожку сделаем массовую атаку. Ну, добиваем. Ну, я тебе скажу, что это было очень-очень сложно. Ну, ты сам видишь, только лишь один Усаги выжил. И то благодаря тому, что у него сотый уровень. И то, что он сам по себе такой вот мобильный. Но снаряжение негодники ему все-таки забрали. Я уже про вот этот эпизод молчу, ребят. 90 уровня нет. Поэтому вот делай выводы, что нам нужно и Сплинтера до сотки прокачать, и Железноголового, и Тимати, всех. Так, ну что, пойдем тогда потратим оставшийся наш сыр для того, чтобы получить, ну, в надежде получить жетоны. Но пока нам выпадают радарные маяки, 3 доллара, 30 жетонов выпало, это хорошо. Еще 30, 5 осколков, еще 30, отлично. Нейтрализатор, осколки, все. Сыр у нас закончился. Ну что, друзья мои, теперь, я так думаю, нам нужно, наверное, идти уже на арену и попытаться сегодня выбиться в Лигу Мастеров 3 звезды, топовое место. Потому что сегодня у нас суббота, там остается один день, и я надеюсь, мы бустанемся. Возьму Леонардо, возьму... Да, Ваня, уйди. Ну, Леонардо и Шреддер. У нас 21 откат есть. Даже если мы с тобой сейчас прикинем, по 2 отката тратим, то есть на 10 поединков. Ну, 10 поединков это уже есть только когда мы будем с тобой на трехзвездочной, как говорится, лиге. На Лиге Мастеров.
там надо будет тратить уже откаты. До этого нам нужно все это поэкономить, и поэтому сейчас будем своими силами здесь проходить. То есть не тратясь. Смотрим. Так, 99. Очень мало что-то у нас здесь продвинули, всего лишь на 3 этапа. Ой, на 3 ступеньки. Ладно, давай попробуем по-другому. Я возьму Армагона. Да, Ваня, что ты вот все влезешь-то? Я возьму здесь Армагона и возьму Зека. Раз, два, три. Ну, Зек, я надеюсь, все-таки сделает хоть какое-то замедление. А Армагон... Армагон, надеюсь, все-таки добьет их. Как бы вот такая у меня идея. Но сработает она или нет, даже не знаю. Проверим сейчас. Да, она сработала, друзья. Все отлично. Я просто боялся больше, вот, конечно же, за вот этих наших бойцов, которые внизу у меня стоят. Но, как видишь, тут все хорошо. Так, мы переходим с тобой на 89-ю позицию. То есть 10 боев нам нужно еще сыграть. Вот так вот. Сейчас попробуем. Так, я просто думаю, дадут они мне 17-24 или все-таки не дадут. Они не хотят, ладно. Пусть будет по их. Мы тогда возьмем Бакстера Стокмана. Да что ты будешь? Вот так вот мы сделаем. Бакстер Стокман плюс Донни. И вместе с ними... Слушай, погоди, погоди. Тут же Майки. Нет, нет, ребят, не пойдет так дело. У Майки тут даже два Микеланджело. У них большая инициатива, и они вдвоем начнут бомбить. Поэтому давай хотя бы возьмем, ну, на равных, что ли. Вот так, так. И вот так. Чтобы хотя бы они не упали с одной плюшки. Вот я к чему говорю. Ну, видишь? Вот об этом я и говорил, что Майки, он будет всегда первым. Потому что у них инициатива. Потом вот этот, по идее... О-о-о, Пит. Ты что там делаешь, а? И добиваем. Слушай, я даже не знал, что Пит по инициативе круче, чем Микеланджело Видение. Странно. Ну что, какая у нас тут будет позиция? 81-я. Окей. Но 17... До сих пор, ребят, дают 17-23. Так, ладно, здесь возьму Ваньку и... Наверное, Макмана. Плюс пойдет у нас Карайка, Паукус и Змейка Вьюн. Такая вот команда. Ну что, первый ходит Карайка. Вот я представляю, ребята, если ее прокачать до соточки, она, наверное, будет жалить, будь здоров. Теперь ходит Паукус. А, у них иммунка. Ну-ка, давай посмотрим тогда, вот как они... Они как? Не выдержали моего напора, да? Ванька с гранатомета всех уничтожил. Это круто. Так, ну что, какая 71-я там? Да, 71-я. Ну, я говорю, 10 ступенек, ребята, 10 боев. Надо откаты. Надо поберечь нам 20 откатов. Они должны быть у нас, я тебе еще раз повторяю, тратиться начать именно на Лиге Мастеров 3 звезды. Ну что, давай, наверное, возьмем вот эту команду. Как я, правда, тут буду сейчас играть, я ума не приложу. Практически уже... Никого не осталось. Ладно, этих мы позже будем брать. Тут придется, наверное, начинать вот так вот. Раф, Кара-змея и Шредер. А бойцов все меньше, меньше и меньше. Блин, я не смогу 10 боев протянуть, ребят, здесь. Ну, не получится. Можно, конечно, потратить откаты. В принципе, почему и нет. У нас конец недели. Бакинский нам все равно некуда тратить, поэтому... Ну, как вариант, можно, кстати, это сделать. Давай, Шредер, добивай их всех. Хорошо. Тут ты нас не подвел. 10 откатов, это получается $250 потратить. У нас почти 1000, ребят. Но я все-таки до последнего попробую здесь сам справиться. А там уже будет видно. Так, 17-23. Ну, давай, наверное, вот этих возьмем. Давай, вот этих возьмем.
Значит, Майки, Рокзар, Джастин, Железноголовый и Нейтрализатор. Посмотрим, что у нас получится. Ну, во-первых, я поставлю здесь уклонение. Потому что команда не топовая, так что надо немножечко здесь понимать, да? Так, берем Рокзара как провокатора. Так, Майки уходит в инвиз. Все-таки хорошо, что у нас было уклонение массовое. Так, поехали. А у них у всех еще и меткость там повышена, ты посмотри. О, как. Сильно ударил. Поехали. Молодец, нейтрализатор. Все-таки наказал их всех со своей вот этой пушки. А ты видел, как он ударил хвостом? Вражеский нейтрализатор по Рокзару. Сразу половина здоровья, хоп, как будто и не было. Ну что, давай как-то пробовать, я не знаю, своими силами, ребят. О, не-не-не-не-не-не-не, тут мне взять некого будет. Я, наверное, все-таки куплю, друзья мои, 10 откатов. Потому что, ну, никак не ужаться мне. И хочется, и не получится. Поэтому я вот принял такое решение взять еще 10 откатов. 31 штука. Теперь, по крайней мере, я могу спокойненько взять Шреддера, к примеру, да, и, например, Бакстера. Ой, Бакстера. Криса Брэдфорда. Ну и с Крисом Брэдфордом можно, например, также отправить вот этих ребят. Пускай это будет у нас Муха, пускай это будет у нас Шинигами. Ну да, в принципе. Сейчас посмотрим. Ну, естественно, первый ходит Шреддер. Полагаюсь на его постепеночку. Так, вот здесь вот проникающим бомби. Угу. Здесь попробуем плевочек. И... о, мышка. Летучая мышка. Очень сильный удар. Причем она запрещает лечиться. И, я думаю, добьем сейчас. И все, Леонардо, ребят, по инициативе очень слабенький. Ты видел, да? Мы уже еще по второму кругу бы пошли, а он до сих пор бы там сидел бы еще и ждал своего хода. Так, друзья, ну, переходим с вами на 41-ю позицию. Всего 8 ступенек пролетели. Это, конечно, плохо. Вот у нас есть команда 17-24, поэтому здесь я возьму Шреддера. Сплинтер плюс Тимати. Никак не получается. Ладно. Никак не... уже вроде бы, ребята, хочешь сэкономить, хочешь как-то... а неким. Бойцов-то нету. Ну ладно, давай попробуем так. Угу. Постепенка висит. Все. Постепенка висит, и бойцы вражеские, конечно же, лежат. Двигаемся далее. Цель сегодня, ребят, получить Лигу мастеров. 3 звезды, топовое место. Ну, не знаю, получится ли. Буст идет очень медленно. Да это и бустом-то не назовешь. Просто элементарное продвижение, понимаешь? Раз, два, три. Если ты думаешь, что у меня за рекламу есть откаты, нет, ребята, я рекламу уже просмотрел до начала серии, поэтому там все пусто. Оу-оу-оу, тихо. Хан, ничего себе. Чуть было мне бибопчика не положил. Ты прикинь, сколько у него здоровья он оставил. Фига себе сделал свою вертушку. Надо быть впредь аккуратнее. Но я, честно говоря, думал, что Шреддер его уничтожит. Но, как ты видишь, не получилось. Так, 16-я позиция, окей. Так, ну что, друзья мои, сейчас будем... вот, 17-24 есть. Берем опять же Армагона. Берем Супер Шреддера. Раз, два, три. Почему-то у них уровень 74-й. Почему они не приходят в топовый? Топовый это, по-моему, 79-й, да, у нас? Именно у врагов. А у них там какой? 77-й, да, 77-й. 79-й всего лишь там 2. Все. Отлично, двигаемся дальше. Ну, в принципе, мы должны уже через бой-другой перейти на 3 звезды.
Окей. Поехали дальше. Вот смотри, я 10 откатов, ребята, потратил. Не, давай мне 17-24. Не надо мне вот 17-23. Это мы уже видели, это мы уже знаем. Нет, так я не согласен. И они, как всегда, ребят, специально начинают у меня вот запарывать все. Есть. Ну что, возьму здесь Лео, возьму здесь Супер Шредера. Ну, еще играть и играть у нас тут есть кем. То есть, получается, мы потратили 2 отката. Сейчас перейдем уже в Лигу Мастеров 3 звезды. И там у нас остается на 11 поединков по откатам. То есть, если мы будем, грубо, с тобой проходить по 10 ступенек за бой, то, в принципе, топовое место у нас будет в кармане. Ну, если, конечно, не будет хватать, нам придется еще потратить $250 для того, чтобы приобрести 10 откатов. И там уже гарантированно будет топовое место. Ну, потому что сегодня суббота. Я еще раз повторяю, ребята, один день осталось, и будем буститься. Так, ну что, возьмем Леонардо, возьмем, опять же, Шредера. Окей, раз, два, три. У меня, знаешь, какая вот мысль в голове остается в последнее время? Что мы будем делать, если вдруг, ребята, вдруг заблокируют YouTube? А его, скорее всего, заблокируют именно для нас. Если есть какие-то предложения, напишите. Насчет Телеграма я почитал. Ну, ребят, мне кажется, это не особый вариант. Ну что в Телеграме? В Телеграме мы можем просто... У меня также есть, извини меня, и ВК, где мы можем, например, там пообщаться и тому подобное. Телеграм — это то же самое. Там ты свой канал вряд ли создашь какой-то. А я имею в виду, чтобы нам продолжить играть на определенной платформе. А какая, я не знаю, ребят. И Twitch — это не вариант. Если заблокируют YouTube, то Twitch то же самое. Да и не любитель я, если честно говоря, заниматься стримингом. Просто на это времени нету. Я имею в виду такую же платформу, как вот типа YouTube. Так, что тут такое? А, Супершир, да-да-да. Яндекс.Дзен, ну, не знаю, ребят, пишите. У меня, в принципе, есть там аккаунт на Яндекс.Дзене, но он не особо там популярен, если честно. Там очень мало подписчиков. Да вообще он шел как дочерний у меня от моей медиа-сети. Правда, они сейчас разорвали отношения. И как бы я, и меня из Яндекс.Дзена, ну, грубо говоря, отключили. Вот. Поэтому я не знаю, что будем делать. Дискорд. Ну, Дискорд, ребята, это тоже как платформа для общения. Там тоже ничего ты выкладывать не сможешь. А я имею в виду именно делиться своими видосиками. Вот я к чему. Тем более вы сами говорите, что возможно, у нас же нету больше никаких инструментов общения, кроме как вот YouTube. Ты понимаешь, да? То есть мы с тобой обычно общаемся через YouTube. Я читаю комментарии, я отвечаю тоже на комментарии. Опять же, все это происходит в YouTube. У нас нет такой дополнительной запасной зоны, где мы могли бы, например, встретиться, пообщаться, о чем-то договориться и тому подобное. Так что, ребятушки, еще раз повторяю, если есть какие-то предложения, ну, вдруг там, я не знаю, знаете, какую-нибудь хорошую платформу или еще что-нибудь, пишите в комментариях, я буду рад прочитать. Но, наверное, надо поспешить, потому что фиг его знает. Вдруг на днях отключат и все, там уже тогда ничего не сделаем. Уже не встретимся. Но в любом случае, ребят, канал, где бы я ни находился, будет называться Рэй Моррисон. То есть на любой площадке, новой, не новой, никнейм у меня будет оставаться такой же. Так что я думаю, если вы вдруг куда-то перейдете и вам будет интересно, нахожусь я там или нет, то по никнейму попробуйте поискать. Если я там буду на этой площадке, то, соответственно, должен буду высветиться. Ну, это как бы так. Единственное, что я сейчас в данный момент могу предложить от себя. Ну что, поехали. Тем более скоро на работу выходить. Отпуск подходит к концу, ребята. Остается всего лишь 2 недели у меня. Естественно, видосиков будет уже выходить намного-намного меньше и реже. Так что какие-то вот такие перспективы пока. 52 уровень. Ребята, 14 откатов у нас еще осталось. То есть, как бы, ну, сами понимаете, да?
Ну, я говорю, если не хватит, мы все-таки докупим. Я думаю, хотя, мне кажется, у меня бойцов не хватит для продвижения. Я, конечно, постараюсь. Можно, кстати, сегодня попробовать пройти смятение из другого измерения. Там осталось, по-моему, если не ошибаюсь, поединков 7 сделать. И, в принципе, да, я, наверное, сегодня так и поступлю. Мы пройдем. Единственное, вот знаешь, что я представляю? Вот когда ты приходишь на новую платформу и начинают все с нуля, ну я имею в виду, контента, в принципе, можно продолжать то же самое, что я и делаю. Но ты представляешь, да, это один видосик, второй видосик. На моем канале в данный момент насчитывается около, наверное, 5000 видеороликов. Ребят, 5000 видеороликов. Ты представляешь себе? Так, а ты думаешь, это много? У нас считает только лишь черепашек-ниндз около 1000. Ну, не около 1000, там 700. Практически 800 уже скоро будет. Представляешь, да? А вообще канал в общей сложности содержит около, по-моему, 5000. Я могу соврать, конечно. Что такое? Это что я сделал-то, ребят? Это что я сделал такое? Трындец. Это называется опять Рэй заговорился. Ты посмотри, я взял кого с собой. Я взял с собой вообще... Стыдоба, ребята. 55 уровень я не взял. Ни Шерена. Блин, вот это вот моя вечная проблема. Я когда увлекаюсь чем-то, отвлекаюсь от игры, да, и поглощаюсь полностью в разговор, в свои мысли, я неконтролируемый, я вообще не контролирую, что происходит у нас на экране. То есть я на автомате выбрал бойцов, а по откатам я не взял ни Шредера, никого, ты представляешь? Это ж надо так было ступить, сглупить. Конечно же тут фейл, я тут никого не разбомблю, ребят, мне тут как сосунка забомбили. Обидно в другом, что я 5 бойцов просто-напросто выкинул. Понимаешь? 5 бойцов выкинул в никуда. Трындец. Вот как теперь мне исправлять эту ситуацию? Я не взял, вообще никого не взял. Просто набрал охапку ребят и пошел с ними. Да, Рэй, молодец, круто ты сделал. Ну, вот так вот всегда, ребят. Еще раз повторяю, как начинаешь чем-то увлеченно разговаривать, весь мир, который там спереди и сзади, он просто тухнет. И ты, как говорится, придерживаешься своей мысли и идешь чисто по ее развитию. А, и вот так вот вышло все. Жаль, конечно. Так, ладно. Не будем, ребята, отчаиваться. У нас тут, как ты видишь, уже 28-я позиция. Все-таки, я думаю, мы прорвемся. Мы должны, мы обязаны прорваться. Ну, а потом я еще раз повторяю, ребят, смятение из другого измерения, там, по-моему, осталось 8 поединков, и, в принципе, можно будет допройти. Как говорится, нам ничего здесь не мешает. Так, бомбим. Что у нас тут? Ну, давай вертушку попробуем сделать. Так, отлично, эти ребята отдыхают, а мы... Ну, мы двигаемся дальше и смотрим, на какую позицию мы сейчас в данный момент приземлимся. Девятнадцатая. Так вот, ребят, я говорю, что начинается вот это вот. Один видосик, да, второй видосик очень-очень медленно. Понимаешь, на новой платформе. А тем более я тебе скажу, что я не особо тут популярный летсплейщик. Есть намного-намного круче ребята. Ну, к тому же ты видишь, каким я контентом занимаюсь. Нет, я прохожу ПК-игры, но на втором канале. Но тот канал не вообще в самой там днище. Да, он, честно говоря, создавался больше все-таки для меня. Потому что, ну, это моя отдушина. Я там прохожу компьютерные игры, которые мне нравятся, или которые я давно хотел пройти. А именно вот Android игры, вот этот контент, который у меня пошел, я, наверное, когда создавал... Хотя нет, ребят, я заблуждаюсь. Когда я создавал этот канал, он не делал упор на Android игры. Там было все. Там была такая солянка, киш-миш. На самом-то деле, там я помню еще первые игры, которые были, это Hearthstone, Overwatch. Это вот одни из первых, которые я начал играть. Потому что в то время я очень сильно сидел на играх от компании Blizzard.
Да, то есть это там и Warcraft. Ну, Warcraft я, правда, не снимал. Я играл его за кадром. Вот, и как бы мне просто захотелось, ребят. Ну, я еще раз повторяю. Если человек, которому нравится играть в игры, да, в определенные, и если он получает от этого какое-то определенное наслаждение, ну, почему бы этим не поделиться? Тем более, за спрос денег не берут. Ну, не нравится человеку смотреть, да, именно мои там какие-то определенные прохождения игр. Да ради бога. Ты можешь не смотреть. Ну, а кому-то нравится. И вот так вот потихоньку. А потом вот почему-то... А, все, я вспомнил, ребята. У меня любил сын играть в Android игры. Он в Юрский парк играл. И я подумал, почему бы... Ну, я ему, конечно, начал помогать потихонечку в этой... в этих играх. А потом подумал, блин, а почему мне не начать, например, показывать игры Android? Может быть, кому-то тоже будет интересно. Ну, как бы ты понимаешь, да? Сын интересовался у меня там, пап, почему там здесь я не могу пройти, или там здесь не могу пройти. Я подумал, ну, действительно, а может быть, кому-то будет интересно. И вот, в принципе, таким образом как-то и перешел я потихонечку на Android игры. Такая вот краткая, ребята, тема. Ты посмотри, что он делает, а? Он хиляет. Блин, я взял команду, я просто не ожидал, что Майки сделает такую вот пакость, а он ее сделал. Ну ты понял, да, о чем я говорю? Он поставил уклонение, и теперь я фиг их смогу разбомбить. Соответственно, сейчас будем мы терять одного бойца за другим. С этим ты ничего не поделаешь. И тупанул я в том плане, что, ребята, взял... Не взял, точнее, Супер Шреддера. Я взял Леонардо. Зачем-то, блин. И Армагона. Ну, надо было брать кого-то одного из двух. Но не двоих же сразу. Ну, что это? Тут даже Леонардо, прикинь. Тут даже Леонардо всыпали. Я даже не удивлюсь, если он погибнет сейчас. Хотя, если мы хильнемся... Ну, в любом случае, команду свою потеряли, и, соответственно, никакого продвижения здесь не будет. Бросает свой кланфутовца. Смотри. Если Армагон еще как-то выдерживает эти нападки, да, то Леонардо, к сожалению, нет. Он должен упасть. Рано или поздно он упадет сейчас. Так. Ну-ка, валуном. Ну, два оставшихся бойца. Это, ребят, вообще ни о чем. Я не знаю, сейчас на какую нас позицию передвинут. Я, кстати, только сейчас заметил, что вон там вон стоят какие-то летательные агрегаты. Видимо, в них эти мини-кренги прячутся. Ну, да. Все, ребята, мы с вами... Лига Мастеров 3 звезды, топовое место. И теперь, как я и хотел, так что у нас тут все. Давай попробуем смятение из другого измерения. Так, в бой, приключения. Вот оно. Раз, два, три, четыре, пять. Пять поединков всего лишь нужно сделать. Ну что ж, поехали. Пять поединков, ребят, ну это вообще ни о чем, согласись. Ну, зато получим награды, немножко денег, немножко ресурсов, в общем, всего понемножку. Не понял. А, ну, Зек-то понятно. Зек, он же у нас типа крутое вареное яйцо, да, скажем так. А у этих постепенка была. Ну, отложенный урон. Или отложенная смерть, как я называю. Так, переходим с тобой на вторую волну и смотрим, что здесь. Хан. Так, я поставлю здесь доп. Защиту. Плюс пулеметную дробь активируем. Угу. И ракеты. Все. Все, друзья мои, победили. Получается, что нам нужно 4 поединка, да, сыграть. Давай будем выходить уже на финишную прямую. Рафаэль, Лео, Армагон, Шреддер и Усаги. Твою налево, блин. Про пиццу-то я забыл. А пиццу нам с тобой нигде и не заработать. Нет, в принципе, можно заработать. Ее можно даже купить. 50 пиц. Ну, блин, 160 за 200. Да давай. Давай сделаем. Погнали. Так, 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 возьмем. Да что ты, Майки, куда ты лезешь?
я уже все-таки решил, ребят, допройти смятение. Так пройдем. Ну, потратил баксы, да, не спорю. Ничего страшного. Баксы мы накопим. Хоба. Давай, вали этого змейка. Нет. Шредера, что ты так, интересно? Не мог змейка Вюна забомбить с двух, тем более, а так. Немножко даже удивлен я. На второй волне у нас кто там? Так, паукус. Ага. Тут, наверное, вот так все-таки начать надо. Заблокировали Шархана. И плюс суперудар от супершредера. Окей, нифига себе, как это крысиный король еще и выжил. Самый, как говорится, слабый из персонажей, он выжил. Окей, двигаемся дальше. И остается у нас три поединка. Раз, два, да, три поединка. Поехали. Рафаэль, Армагон. Так и так. Так, подожди секундочку. Давай, наверное, вот так сделаем. Почему, ребят, мне нужно захилять команду, чтобы у нее было фулл здоровье. Опять зэк. Ну-ка, месть. Месть сладка. Повесил месть. Вот смотри, ребят, не всегда срабатывает месть, я вот смотрю. Видишь, опять же не повесилась. Так, у этих я знаю. Подожди, а разве у них не должно быть это отложенная смерть? Я думал, что это именно те кланфутовцы. А оказывается, не те вовсе. Ну что, давай, маузеры, выходим. Угу. Так, муху. Минус. Так, мутагеной тоже минус. И саблезуб. Готов. Просто прекрасно. Так, ну что, погнали дальше. Предпоследний этап. Раз, два, три, четыре, пять. Поехали. Отлично. Так, убрали. Ну, здесь уже разобрались с этими роботами-дронами. Блин, у меня только ракеты остались здесь. Вот, давай массуху сделаем с тобой. Массовая атака. Постепенным уроном что-то как-то кисло. Так, добивай нейтрализатора. Валун. Давай бросим валунчик. Все. Ну и остается у нас последний поединок. Последний бой. Забрать. Вот он. Вот он, Крэнк. Так, подожди. Раз, два, три, четыре, пять. Сейчас надо будет обязательно от Леонардо именно сделать отхил нашей команде. Грибы еще эти. Угу. Давай сюда. Начнем бить крипа. А можно вот так даже сделать. Да, так будет даже лучше, мне кажется. Постепенный отхил. Понижение атаки. Плюс, нет, мы не будем с тобой сейчас тратить вертушку, я думаю, что она пригодится нам дальше. А дальше нас ждет кто? Естественно, сам Крэнк. В своем технодроме. Почему-то через вот тот лазер они перепрыгивали. Хотя можно было бы и проползти. То есть пригнуться и пролезть. Так, ну вот он, Крэнк, как всегда, активировал своего бота. Начнем. Постепенку повесили. Тройной укус. Ох, не поздоровится сейчас Крэнку. Да. И, наверное, добиваем. Всего лишь три удара, друзья, и все. И Крэнк не удерживает, упал. Упал, родной. Сплакнул. Ну, а мы с вами
Соответственно, забираем все награды. Плюс пак. И все это будем сейчас открывать. Угу. Это у нас чисто оригиналы были. Воу, тихо. Ребята, а где... А где я смог... Твою дивизию. Ты посмотри, где я лопухнулся. Слушай, а если я сейчас пройду, я смогу... Ну, подожди. Если я это пройду, это будет в зачет или нет? Потому что у меня не 60, ребята, сундуков, или как там, 60 звезд. Сейчас посмотрим. Да ладно, Армагон, ты чё? Я... Ребята, я в шоке. Мы просто не могли попасть, прикинь. Так, уйди. Ужасный Кирби. Окей, здесь нормально все пошло. Я говорю, у них уклонение какое-то просто, я не знаю. Мы не можем попасть. Если они активируют его, все. Давай, Дони. Угу, вот они что делают. На-ка. Так, минус крип. И сделаю вертушку. Все, друзья мои. Сейчас посмотрим, это будет как в зачет идти или нет. Собрать и сбросить. Да, ребята, все, 100% завершено. Давай потихонечку паукус. Кукла Дарума, там всякие награды, как ты видишь наверху. Угу. Зек, Донателло, Макман, Мутаген идет к нам. $11. Так, Рафаэль. Здесь Леонардо и Леонардо. Здесь Леонардо, Донателло, Рафаэль выпадает. Плюс очки нам выпали. Ну и вот, ребят, $37. Сколько там, 11 тысяч? Ну, почти 12 тысяч мутагена выпало. 24 пиццы и 16 телепортов. Ну, я считаю, что это нормально. Я считаю, что это нормально, и мы можем еще один уровень прокачать на Макмана. И мало того, что прокачать уровень, мы еще можем с тобой попробовать донайти вот эти вот ящики с инструментами. Нам нужно 5 штук. Так, раз. Два. Три. Четыре. И последний ящик. 5. Все, друзья мои, прокачиваем ядовитая отрыжка до 5 ступени. Для... О, так тут всего лишь 12 номеров этих нужно найти. 12, ребят. Раз. Два. Три. Номера должны тоже выходить нормально. Так, 4. 5. 6. 7 8 9. Так, 9 10 11 12. 12 номеров, ребят, все. Прокачиваем. Ну, Макман, ну ты прям крутыш, ё-моё. У тебя остается лишь только вот эта одна пассивка. Так, 7 ножей для пиццы. А, мы не сможем, ребята, с вами найти, потому что не хватает... Не хватает у нас пиццы. Ну что, друзья. Неплохо мы сегодня поиграли. Дошли до топового места. Это первое, что отмечу. Прошли смятение из другого измерения. Тоже неплохо. Так что остается ждать нам понедельничка. Так что, друзья мои. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.